Ай, выйти. Командир. А? И командир. Уже дали. Анча даже хапатаха. Асмака в матрикулике. Ваям бхаратияха. Бхаратаваш, бхаратавашаха. Асмака в матрикулике. Да, хорошо. Панчадашаха патаха. Только. Как 15. Дашаха. Даша, это 10. Панча, 5. Панчадаша, 15. Асмакам, натри бумихи. Асмакам, знаешь? Музе знаешь, да? А натри бумихи? Тоже знаю. А? Родина. Родина. Матри. Асмадеша тоже родина? А? Свадешаха. Тоже родина? Какой? Свадеша. Свадеша. Это какой род матри бумихи? Женский, наверное. Когда Свадешаха говорит, это мужской род. Свадешаха. А Бумихи. Это женский. Родина мать, родина отец. Это фатальная. Да. Свадеша. Своям Бхаратиха. Значит? Мы индийцы. Бхаратваша асмакам матрибумихи. Индия наша родина. Россия не была. Потом читайте. Суджала Субхала Шасья Шьямала Ча Иям Матри Пхумихи. Главные слова Иям Матри Пхумихи. Иям, знаете, уже получили. Иям. Иям читали? Идам, слова Идам, женский род, Идам. Это родина, а? Как прилагательно, Суджала. Женский род, поэтому Суджала. Или мужской, тогда Суджала. Суджала, Суфала. То есть Суджала. Суджала, понимаете? Вода. Вода. Суджала means хорошо. Как по-русски говорите? Это родина. Где? Су это хороший. А, вода хорошая. Суджала. С хорошей водой. А? Со. Хорошей водой. Су – это хороший или предлог «с»? Например, с водой просто, нет, с обильной. Нет, это со, только со. А когда су говорите, тогда хорошо. С хорошей водой, а хорошими водами. Суфала. А сосся шамала. Шамула, знаете? Росток зерновые. 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 Сосся это зерна. А, зеленые. Шасси. А, шамула, знаете? Имя Кришна тоже Шамо. Или Шамула. Имя Кришна. То Шамула как-то говорит, тогда зеленый мудрость говорит, иногда очень больше зеленый, как черный. Здесь зеленый. Зерновыми и зеленые. С темно-зелеными зерновыми. Вот так вот, наверное. Не черные, а темные, темно-зеленые. Нет, он был просто зеленый. Шьяма. Шасья, шьяма. Уже было у нас такое. Шасья, шьяма.
дайте на себе. Просто зелеными говорят, проще говорить. Точно тогда зелеными зерна. Шаща шамала, шаща это зерна. Хорошей водой, с хорошими плодами и зерновыми зеленая, это родина мать. Потом читайте. Асти утрасьон диши. Нагадхари дхараджаха Гималая. Гималая. Асти уттарасьян диши. Нагадхираджаха Гималаяха. Асти, знаете, есть. Уттарасьян диши. Уттара слова как? Север. Север, да. Это будет уттарасьян как вместо ними. Только пашчима. Не будет бывать. Пашчима ям. Это как? А это уттарасьян, это прилагательно диши. Поэтому женский род. Уттарасьян. Седьмой падеж, уттарасьян, это женский род. Диши, потом получите слово дик. Дик, знаете, на проблеме, дик. А его седьмой падеж диши. Поэтому уттарасьян диши, значит, на северной стороне. Нагади Раджаха. Получите санди вичет, будет согласен. Нага и Аджираха. Нага. Адираджаха. Адираджаха. Нага это гора. Адираджа means сар. Гора. Значит, King of Mountains. Царские горы, королевские горы. Большие горы. Гор король. Гималая. Гималая, потому что я в мире, что гора есть, Гималая сами больше. Поэтому говорит, Нагади Раджа. Гор король. Гималая. Гималая, знаешь, это Бхартаваршасья Уттарасьян Диши. Нордан Ганитса. Сибинни Ганитса Диши. Гималая. Сауцти Уттарасьян Диши Нагади Раджа Гималая. Потом сюда. И что кто приехал? Я или кто? Олег. Дакшинеча Урбхима. Урмимала Пхи. Сунивасса Гараха Сада Тасья Чарнавандана Карати. Дакшинеча на юге и на юге. Дакшинеча.
Урми Малави, Судила Сагара, Урми Малави, это какой подъезд знаете? Третий падеж множественный счет. Да, да. Так ги, когда получите, это всегда. Несомнение. А вот почему тогда в слове этат в мужского рода тоже ги на конце ги? А не ай. Женский, середины, когда третий множество больше будет ги. Только нора мужской будет норы. Кей. Нарай. Нарена Нарайбам Нарай. Здесь ви нет. А почти всегда получите ви. Мужской, женской, середины. Третье множество. Тогда, когда ви получите, значит третье множество. So, на юге Урми Малабхи means with the Урми, Урми это Бална. И на юге полна Гриландиан. Гриландиан. А Сунила Сагара. Мала это гирлянда. Урми это что такое? Волна. Волна. Волна, гирлянд. И третий падеж чем? Гирляндами, волн? Этами. Этами. Кто желает этами? Сунила Сагараха. Первый род Гизе это посмотри. Сунила Сагараха. Первый падеж. Это падеж. То есть Сагара это море. Гиакия. Сагара. А Сунила means Очен Сини. Нила это Сини. А Сунила means Очен Сини. Синия, Синия море. Сунила Сагара. Сада. Сигда. Тася. Тася знаете? Женский. Рию. Рию. Рию means Розина. Чарана ванданам короти. Знаете так? Чарана знаете? Стопан. Стоп. Фит. Всегда ее ногам. Куалу желает. Поклонение желает. Ванданам. Ванданам. Это поклонение. Да, поклонение. А чарана это стопам. Поклонение стопам делает. Желает. Кто желает? Сунила Сагара. Синесене море. Гирлянд. Кем желает? Гирляндами вон синее-синее море делает всегда. Поклонение всегда. Нет, ей, родине. Что значит это? Индийский, если посмотрите, внизу, как ног, а всегда волна океан желает. Значит, всегда, как поклон желает на ноги Индия. Это говорил. Дакшинеча Урми Малави Сунила Сагара Сада Тасья Чаруна Банданам Карот. Чаруна это Пото, Падо, Тути, Адина Карот. Паду Банданам, Чаруна Банданам. Тоже можно сказать. Да, да, Падо Банданам. Падо Банданам. Падо, Пото, Чаруна. Это понятно. А, еще один девушка, может тебя. Кашмин дышу. Дышей. Дышу.
душе. Асмин деши. Асмин деши. Панджаб. Панджаво. Панджаво. Гуджарат. Гуджарат. Гуджарата. Химачал. Химачала. Химачал. Уткал. Уткала. Уткала. Манга. Асам. Асам, о! Как Асам, Асам? Асам. Кашмирадая. Бибина. Прадеша. Прадеша, а? Прадеша, а? Санти. Санти. Санти, значит? Нет. Нет? Есть. Есть. Можно сказать, читали. Васти – это одна из, один из, а сунти – много из. Поносили, я думаю, а? Нет, сразу нет. Осмин деси. Осмин, вы же знаете осмин? Седьмой падеж. Седьмой падеж. Ашмат. Мы подумаем, в этом стране, Асмин деси, страна, а? Страна это деш, деша, мужской род. То в этой стране, Асмин деси, значит, в Индии, а? Вивиннаха, means разник. Продешаха, продеша, деша, когда страна говорится, тогда продеша means область, провинция. То в этой стране Панджаво. Панджаб уже слышали, а? Панджаб. Гуджарата. Уже еще. Гималая. Гималая одна. Область здесь называют Гималая Прадеш. Это в Гималае. Гималае. Внизу Гималая. Один район есть, называют Гималая Прадеш. Где это Куну Вели, Родик, Абсашпа Родика, там пишет. Где Николас Родик, Зил Долга. Это Гималая Прадеш. Другие. Уткала. Уткала это Уриша. Где Пури. А? Пури слышали места. Пури очень святые места, Джаганнат Пури. А территориально оно где расположено? Пури. Рядом Калькатта. Наш Калькатта. Это Пури, это называют Уткала. Уткала деша. А сейчас Уткала не говорит. Говорит Урия, Урища. Потом Банга. Бенгал. Бенгал? Западный Бенгал, где Калькатта. Это Бенгалия Банга. Банга деша. Потом Асама. Асам Ишу. Сами Бастубы. Рядом Бирма. Это Асама. Потом Кашмира. Кашмира тоже знаешь. Кашмир. На севере. Кашмир. Это на границе с Пакистаном где-то, да? Кашмир. Рядом Пакистан. Там очень проблема желает мусульман. Это Кашмир. Кашмир, знаете, на западе там. Это Запад и Сибирь конца. А? Запад и Сибирь. Северо-запад. Рядом Кашмир есть у вас Узбекистан. Да. Северо-запад. Кашмир. Афганистан. Просто рядом. Памир. Памир, не знаете, Памир. Памир и Кашмир. Памир. Близко? Да, да.
то это Кашмир, а Кашмира дая, сандибичет, Кашмира плюс, то. Адая кармасе, слова ади. Муни муная, ади, адая. Кашмир, адая means Кашмир и так далее. Адая means и так далее. Праздник области. В этой стране, Пенджаб, Гуджарат, Гимачал, Уткал, Бенгалия, Асама, Кашмир и другие разные области есть. Понятно, а? Деша страна, Прадеша сейчас страна. Сейчас у вас все на стримине Франсанди. Работа нужна дальше. Мы уже дали работу. Ну дальше. Немножко работа дай. Домашний. То, что взяли это. Если мне взяли это, нужно сейчас использовать. По-русски нужно говорить. There is a crocodile in this river. В этой реке есть кокач. В этой реке есть крокодил. Напишите. А крокодил не знаете, река значит, река? А это тоже значит. А крокодил я напишу. Можете читать? Кира. А, это крокодил. Какой род? Кумхива. Then, by my father, sorry. By my father, Hari. Hari? Hari, Mia. Hari, Tavya. By my father, говорите. Моим отцом Хари. А, да, да. Моим отцом Хари. Хари это имя, что ли? Да. From that tree. From that tree. Они с этого? От того. Того или? От того. From that. From this or that tree. Tree. То есть с того дерева. Того, наверное, потому что from. Значит, вот туда. Да, упал, например, плод. He has read all the Vedas. Прочел. Все Веды. Все Веды. All the Vedas. Он знает. Все. Это мы стоим.
Это мужской. Сейчас я насколько даю, вы знаете правильно. А? Исправьте вас. А? Сейчас или дома? Вот. Чтобы не подсказывали такую долгу. Все, исправьте вас это. Это ван, а? Читайте. Не пустакань. То смат? Великая. Велика, знаете? Велика. Девочка, да? Да, поскольку это велика, да. А, то это девочки. Можно стремиться. Три. Что написано? Поняха. Деваха. Деву знаете? Да. А вы не знаете? Поняха – это другие. А? Другие вожди. То оня – это как? Место имени. Ни другого не желаете. А? Место имени – фон Бога. Нам что, существительное нужно заменить на местоимение? Вот эти существительные заменить на местоимение, да? Так что ли? Задание в чем будет? Здесь, где неправильно посмотрите. А, где неправильно. Здесь, где неправильно. А, да нет. Еще один. Угу. Еще один. Еще один или два. Два. Великанам. Великанам. Что? Омнам великанам мальяни. Мальну знаете? Мальяни ло. Это ло. Мальлам. Это мирлан. Мама. Тузи. Мала тоже. Мальям. Когда мала говорит, это женский. А мальям среди. Тоже один говорит. Мальяни means много. Гринландии. Да. Пиас. Меша знаете? Меша. Меша это. Ана. Меша. Овца, можно овца мужского рода. Да, баран, да. Меша, меша. Это домашняя работа. Сейчас. Написали все. Сейчас давайте глагол, что изучали. И от начала начинать глагол. Дом дату есть написано. Дом. Глагол, глагол. Буктува. Да. Идти. Ну, все такое. Ну, что, глагол, главное, я понимаю. Мне нет. Дом дату, а. Нет, это... А вам не известно всё. Это... Тогда вот начало.
прижиме глагола. А? Прижиме глагола, да, нам давали чуть-чуть, я помню, в начале. У меня сейчас тетрадка. Все, от начала, начинаем. Еще, знаете, другой группа. Но мы уже забыли вообще. Это хорошо. Поэтому, знаете, каждый глагол есть форма. Сначала настоящее время. Потом приказ, что называется? Повелительное наклонение. Повелительное. Это второй. Третий, прошедший время. Четвертый. Будущий. Должна. Должна делать. Должен. Должноствование. А пятый. Будущий время. Пять форм. Каждый глагол есть. Это нужно хорошо знать. У нас так не различается в русском языке, да? Повелительное – должествование. Или различается? Различается. Это есть команд, request. Дезератив. Дезератив. Я не знаю таких. Название. А еще есть, знаете, форм есть 10 видов. 10 класс. Например, гонио класс. Глагол что санскрит есть. Это все классификация называется. Это 10 класс. У вас все нужно изучать. А каждый класс есть 10 форм. Но у вас 5 форм. То, что говорили. А есть еще 5 форм? Есть, да. Не все нужно. Есть. А они что? Ой, любопытно, ладно, потом скажу. Это как, знаете, благословец. Древние прошедшие времена. Вот так где есть. Понятно. Ну, это не очень нужно сейчас. А, знаете, глагол есть. Три формы. Говорят, я даю сначала прошлый пути. Потом есть атмане пути. Потом есть убой пути. Значит, несколько глаголов это всегда будет прошлый пути. Это форм даю сейчас. А атмане же форм совсем другой. Здесь как бы са, как вы добавите, насколько глагол есть, то са. Са добавить, то так. Это как прошедшее время, что это другой класс. Ну, это по конечной гласной в корне. Конечный корень, вот так. Если корень на А заканчивается, корень на Е заканчивается, на другие. В зависимости от этого, деление по классу. А есть несколько, либо прошлое, либо форм. Как хотите, так называется. Это называется убое поди. То так, если я говорю структура. Сейчас вас нужна, это пятый форм. Два класса есть, я место даю. Это класс, и мне дают вас. И мне только это нет. Гонио, гонио, мисс класс. Сюда гонио. И другой гонио есть. Вот.
Хорошо. Это два гонио. Гонио мис класс. Туда ди мис туд два класс ади. Ади мис и другие. Туд и другие. Тогда класс будет. Не один говорил, а это классы. Еще несколько есть. А гу ади. Сонди, посмотрите, гу ади фади. Гу тоже класс есть. Несколько. Ади другие. То в какой классе я даю лучше один. Вас лучше даю вам. Это гонио. Сейчас глагол гом. Гом means идти. А это называют восьмой поди. Глагол. Восьмой поди. Сейчас то, что даю. То сначала настоящее время. Настоящее время называют лот. Потом числа один. Числа два. А числа множество. Это так. В конце-то написано так. Эко. Эко вачана. Потом дви вачана. А богу вачана. Богу ка. Богу вачана. А здесь будет фаст. Третье лицо. Потом второе лицо. А третье лицо. Начинаем третье. Третье лицо. Второе лицо, первое лицо. Такой там. Это со гаччати. Они тут. Ту. Это он. А он идет. Это? Да. Они двое. Тоу гачатага. А те гачанти. Они. То моночество получили. Это два получили. А это третье лицо сир. Потом второе лицо. Гачаши. Гачата. Это второе лицо. А третье лицо. Да, первое лицо. Вачами. Вачабаха. Вачабаха. Это настоящее время. А второе множество гачха. Не гачха. Вачабаха. Нет, второе. Вача тха. Это тха. Это тха бисаргаха, а это только тха. Здесь тот давабиче. Ахам. Ахам. Авам. Ваям. Ваям гачаму. Если понимаете, тогда не проблема. Лот поняли, написали. Сейчас лот даю. Давайте, когда напишите. Писали? На первом лице ад. Гачха, длинная. Где? Гачхами. Гачхаваха. Гачхамаха. А, здесь все длинные. Я думаю сейчас. Девушка у вас есть, да? Есть? О, потеряли.
Я почти помню. Помню? Почти. Хорошо. Помнить это все хорошо. Напиши. Сейчас я даю нот. Нот значит, посмотрите. Это называется нот. Нот значит, adhesion of the request. Вылезет, тут объясняет все, а? Что это? Долженствование? А? Должен, да? Нет. Это приказ. Повелительное. Да. Точно говорится. Это норт, а? Такой формы будет, потом я ей форм не даю. Ну что здесь написано. Один даже не понимаете. Это гочату. Гочатам. Гочунту. Гочату, гочатам, гочунту. Гочо. Гочо. Гочатам. Гочато. Гачча, гачча там, гачча там. Гачча, не гачча, гачча. Посмотрите. Немножко отличить. Это не гачча, не. Гачча ту, гачча там, гачча там. Гачча, гачча там, гачча там. А вот такая свойственная в первом лице гачча-ва. Чача, оно. Нет, это вот там внизу. Во. Только во, не там есть пешерка. А, первое, единственное, гачани или ни? Это ни. А, ни. А гачани это лот. Лот немножко отличит, чуть-чуть. Это можно заметить, как отличит. Настоящего. Сарка? Вот само. Только бешерка нету тут. Это отличие. Потом напишали. Написали? Да. Потом будет то, что себе мия. Знаете, как вы называете? Смотрите, это лонг. Просит себе мне. Лонг здесь добавите А. О нужно добавить. Агачат. Агачат. Агачатам. Агачат. Агачатам. Агачан. Агачан. Агачча, агачча, там агачча. Агачча, 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 там агачча. Агачча, агачча, там агачча. Агаччам, 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 агаччаво, агаччамо. Немножко отличить. Вот добавили. Как будет, я шел. Это вам, знаете, один найдешь цвета, то 120 найдешь. 62. Получите так. Будет 26 или 25. Получите. Сейчас уже, знаете, а в игру еще немножко есть, и конца не будет. Вот, ну, один обязательно, потом остальное обязательно трудно, правильно. Написали? Третье лицо, двое.
pluralis. Agacchamo. Agacchamo. Agacchata. Agacchan. No. No. Agacchan. Все, а? Сейчас вас видели. Видели, значит, должен. Должен, что называет? Должен, что называет. Must, should, like this, а? Называет? Видели. Видели. Гачет. Гачет. Гачетам. Гачетам. Гачею. Гачеюху. Гачет, гачетам, гачеюху. Гаче. Гачетам. Гачетам. Гачета. Гачета. Гачеям. Гачеям. Гачево. Гачемо. Гачемо. Гачеям. 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 Гачево. Гачево. А еще один. Еще один это все. Я писал. Сейчас лет. Лет значит будущее для меня. Будущее. Это так называется. Лет. Или, а? Лет. Будет. Это как лот первый. Настоящий время только мишо добавишь. Гамишати, гамишатаха, гамишанти. Гамишати, гамишата, гамишанти. Гамишаси. Гамишаси. Гамишатаха. Гамишатаха. Гамишами. Гамишаваха. Гамишамаха. Сейчас я полагал. А потом только одно слово показал, остальное сам как лот. И быстро-быстро покажите мне, у кого написано будет. Гочати, гочата. Покажите. Гочати, гочата, гочати, гочати, гочата, гочата. Гочати, гочата, гочати, гочати, гочата, гочата, гочати. Гочава. Далее. Это Т или Д? Вот Т, да? Да, да. А я, значит, Т написал.
Вот еще жемья. Так, с Пашиной пошла-то с Пашиной так будет. Или вот. Посмотрите, графон какой глаз. Это шьяты. Так шьяты, а это спарк шьяты. Здесь ро, а здесь ро. Здесь дату, касаться. Здесь дату. Здесь. И что значит? Wish. Как? Желать. Хотеть. Да. Хотеть. Да. Это пом. Как котчеты. Здесь будет и четы. А? Это фон будет. А лид будет. Лид что? Эти счеты. Эти счеты. Остальное как готчеты. Тут я дас, еще даю. Лонг. Лонг у вас проблем будет. Ой, черт. Место будет. Вам тут я даю. Это будет. Лонг такой фон будет. О плюс И вместе ОЙ. ОЙ ЧЕРТ. Понятно? Другой он не нужно даже. Это ИЖ ДАТУ. Прочи ДАТУ. Прочи значит ПРОЧ. ПРОЧ ДАТУ АСК. ПРОЧИ. Это санскрит, русский. Одинаково. Прочитать. Просить. Начинается так. Пичати. Пичати. А лид будет. Лид будет. Прочеты. Прочеты. Проч как переводится? Аск. Здесь. Здесь уже подучили. А? Энтер. Бишоты. Это трудно. А лид будет. Лед немножко. Немножко трудно. Как что ты? А как переводится? Виз. Это сейчас. А как переводится последнее? Последнее. Значение какое-то. А? Мимика призвала. Энтер. Входить. Входить. Вишоты или повишоты. Срез. Срезоты, значит. Срез, срезоты, means солдат, клеть.
Креть значит? Создавать. Лик. Лик значит? Ликоты. Он так это тоже дает, смотри. Нет проблем будет. Ликоты. Андрей будет лекарь. Лекарь шоты. Внизу. Сейчас. Будату. Будже значит. Боготки. А будущий для меня будущий. Вот это свет, знаете, фу. Вот, знаете, не забыли. Вот, а? Вот, говори. А, да, говори. Вот это. А. Вот еще ты. Вот еще для меня. Вот еще ты. Сми дату. Сми. Смороты. Смороты знаете? А? Как? Помнить. Смороты. Смороты. Сми. Смороты. А? Вот еще для меня. Смотри, 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 Гриш, Гриш, что слышали, знаете, а? По счету, это, вспомните? Угу. По счету. А, будущее для меня Дракшаты. Дракшаты. Сколько памяти вам так? Ладно. Тадату. Ты что ты? Что знаешь? А? Ты что ты знаешь? Быть стоишь. Стой. А. Тащи. Тащи. Еще два. Да-да, тут. Это важно. Да. Всегда не забирайте. А? Всегда у вас проблемы.
да, да. Я чати. Будучи бремя, пеш чати. То это класс, значит, один очень хороший нужно найдет. Гондату, пьяш фон, найдет хороший. Остальное сам. Наш новый груз, знаете, 4 студента. Книга нужна. Можете кто-то помогать? Книга. Распечатать? Давайте я сделаю. Я могу 2 экземпляра сделать. Для этого. Да. Давай пополам сделаем. Сейчас 4. Еще можно взять. 2 я сделаю. 2-3. Нужно дать, а? У вас есть компьютер? Есть. Не нужно дать. Не нужно. Знаете, что есть? Помогать, а? Это четыре женщины, вот это ничего нет. Отдать, to give? Да, да. Дать. Надо ту я четыре. Вам за четыре, это не забиваешься. Наш. О, мой поздно. Ну это, он начинал тогда. То, что начинал, это нужно, а пьес здесь не показывает. А будущее в гимне, а... А я тоже хочу. Вот это тиштхати, а вот это... Что здесь написано? Кто это может? О. Стха. А, стха. Это тха, да. Вы знаете оттуда, а? У вас исправленный есть вариант какой-то? Или... Один, да? Может, тогда ты и делаешь им всех, хотя всем один сделаю. Потому что чего у одних будет исправлено, я говорю. Дадите. Дадите, написал? А? Дадите. Не, я не успел. Подайте. Подайте. А вот будущего имя я не написал как. Видишь, я тебе, наверное. А я вот как. Нет, у меня, ладно, у меня дома есть, на самом деле, такие.